Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, ребята, и сегодня мы продолжаем проходить Shadow Fight 2. Так, что у меня тут? Предмет улучшен, шишак в магазине. Давайте зайдем, посмотрим, что у нас там еще улучшилось. Ага, варварский доспех и полумесяцы. Ну что же, это хорошо, давайте тогда пойдем на карту и посмотрим, где мы с вами можем участвовать. Так, в дуэли, по-моему, нет, если не ошибаюсь, испытания тоже нет. У нас остается только выживание. Ну что же, погнали на выживание тогда, ребята. Так, Сатоши готов продать тебе крутой доспех по дешевой цене. Ага, доспех действительно крутой, но здесь нужно 23 самоцвета, ребята. У меня таких нету. 10 штук не хватает, поэтому придется отказаться. Да, уйдем. И что же, давайте, ребята, в бой. Надерем задницу этим ребятам. Кто у меня здесь? Ага, ниндзя с ножами. Давайте. Тихо, тихо, не буянь, малыш. Ой, ё-моё, как же так? Тихонько. Блин, ребята, у них преимущество в том, что они имеют дальнее метательное оружие. У меня такого нету. Так, ну главное, что он откурил свое. Переходим ко второму врагу. С нунчаками, да? Ну ладно. Погнали, опа. Ничего себе, спинка пол хп отнял, нормально. Тихо, угомонись. Все, готовченко, уносите. Давайте мне следующего. Так, опять с ножами, да? Тихо, вот видите, о чем я говорил, ребята. Метают звездочки. Да ты достал уже. Ё-моё, не успел кувырнуться. Поэтому на дальней дистанции мне невыгодно их держать. Надо как можно ближе к себе. Урод, что творит, а? Не-не-не-не-не, аккуратненько. Так, мне бы, блин, почему он мне не сделал бросок, вот этого мне не ясно было. Так, тихо. Опять начинает свою херню метать. Блин, что-то мне эти полумесяцы, ребята, честно говоря, не особо нравятся. Как-то очень плохо они себя показали в деле. Ой-ой-ой, а нет, все нормально. Так, и теперь у нас, по-моему, четвертый раунд, да? Хорошо. И у меня уже жизни-то почти нету. Все, здесь я, наверное, и подохну. С кастетами для меня очень печальный боец. Так, пока вроде неплохо. Шикарно, я бы даже сказал. На, еще получи. Так, перепрыгнул, но далеко не уйдет, надеюсь. Тихо, тихо. Главное не попасться под его удар. Под эту связку. Так, подожди, подожди. Ой, ты... Смотри, что делать, а. Спуляет звездочки свои. Ну еще удар, ребята, еще удар буквально. Так, давай. Оп, да. Все-таки этот гаденыш меня опередил. Ну что же, проиграли, сколько получаем? 702 монеты. Не так, конечно, много, но и немало, ребята. Я, наверное, ничего не смогу за эти деньги сделать, да? Давайте глянем. Да, ножи, чтобы купить, нужна 21 монетка, точнее 21 самоцвет. Мне еще буквально 8 штук надо. Плохо. Ну что же, давайте что-нибудь еще, ребята, здесь посмотрим. А почему бы мне не сходить на турнир, действительно? Тут же легко. Кто это такой у нас? Пророк. Ну что же, давайте накумарим этого пророка и покажем, где раки зимуют. А, черт. Ну, хорошо, что отнимает он очень мало своими атаками. Так, иди сюда. Отлично. Давайте. В том же духе. Ой-ой-ой-ой, нельзя так делать. Ничего себе, он раздухарился, ребята. Вам так не кажется? Ха-ха, вот так вот. Отлично. Главное не пропустить удар. Ё-моё, да как так-то? Ладно. Хорошо, первый раунд за ним. Давайте сосредоточимся. Тихо, блин, сосредоточился, называется. Во. Смотри, какой подлец, а. Называется уровень сложности легко. Во. Я же говорил, полумесяца это дурацкий вид оружия. Он мне не нравится. Так, отлично. Ух, шикарно я его подрезал. Так, третий раунд у нас идет. Тут главное не проиграть, ребятушки. Да что ж ты будешь творить-то, а?
На-ка, вот так вот связочка прошла, великолепно. На. Блин, промазал немножко. Ладно, не беда. Смотри, блокирует гад удары, а. Не тут-то было, сынок. Тихонько, расслабься. На, еще. Блин, мимо. А он меня подсечкой-то подбил. Ну и сам долго не допрыгался здесь. Давайте. Немного осталось, ребята, немножечко. Отлично. Поддых, как говорится. И все, готовченко. И кто у нас там следующий сейчас будет? Давайте глянем. Местный оружейник предлагает купить оружие по особой цене. Ну-ка, что это? Это у них особая цена, да? Кровавый жнец, 87 кристаллов. Нет, ребята, нет, у меня нет таких денег, точнее, нет кристаллов. О, можно, в принципе, пойти еще. Тут все-таки уровень сложности нормально. И опять мне попадается бархат. Ну что же, придется ее проучить. Блин, Саи, Саи это плохо. Ну-ка, так, тихо, тихо, тихо. Блин, а ну что ж такое? Ё-моё, ты посмотри, как она резво начала. Значит, очень быстро закончит. Так, отлично. Не пропускаем, ребята, не пропускаем удары. Собака, что творит, а? Чё творит, псина? На-ка. Вот тебе ответный бросочек. Шикандос, ребята. Блин, прям в ногу мне воткнуло. А ну-ка, получи. Ай. Ловить надо ее. О! Да как так? Почему мимо? О! Всего лишь надо было по морде ей этими полумесяцами дать, и она готовченка. Так, ребята, здесь не расслабляемся. Шиш тебе. Вот так вот. Тихо. Нормуль в воздухе подрезал. Так, еще разочек. Не прокатило немножко, ладно. Ну что, я думаю, что мы ее сейчас, в принципе, ухоркаем. Осталось, если... Осталось ей здесь буквально на пол затяжки жить. Вот так, а нет. Все-таки блокировала. Как так-то? Ну-ка, успокойся, девочка. Все, бархат готов. И мы получаем с вами 940 монет. В принципе, меня устраивает. Так, давайте следующий бой попробуем. Кто здесь у нас такой? Счастливчик. Ну, я тебе сейчас, братан, омрачу маленько. Так, в дубиночке, да? Ну, ладно. Тихо, не буянь. Успокойся, блин, подсечки свои тут. На-ка. Куда ускакал? Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, получи-ка. О, нормально, связочка прошла. Но не полностью, ребята, не полностью. Все, отдыхает он. Блин, бросками своими задолбали, а. Нет, надо его, ребята, выносить. В любом случае, мы не должны проиграть. Я, правда, давненько не рубил. Немножечко подотвык. Ну, думаю, ничего страшного в этом нету. Сволочь, что творит, а? На! О, великолепненько. И осталось буквально чуть-чуть, ребятушки. Надо было ловить его сейчас, блин, а? Ладно. Смотри, чуть... Ух ты, раздухарился-то. Блин, а еще бы лучше было бы, конечно, выбить у него оружие из рук. Вот это было вообще шикарно. Черт, почти сравнялись по жизням. Не расслабляемся. Свой этот локтевой удар применяет. Но хорошо, что он на дальней атаке, ребята, не пулял свои там звездочки, сюрикены. Благодаря этому, в принципе, я его и завалил. Ладно, раунд 2. Во-во-во-во, сейчас начнет, наверное, да? Нет. Нет, не начал ничего. Это хорошо. Во-во-во-во-во-во. Ничего себе он. Вы посмотрите. И это только начало боя. Да ну нафиг, ребят, это что за... Тихо ты, на. Да. Быстренько он сравнял счет. Ну хорошо, у нас третий раунд. И тут нельзя проиграть никак. Тихо, надо ловить его, вот так. Нет, вот так. Блин, и все мимо. Все не мимо, точнее, а он блокирует удары. Сопляк. Получил в табло. Надо ответить. Вот когда он пробивает связку, и ты в блоке, надо после этого... Тихо! Ё-моё! Так, ладно, ребятушки, давайте поднатужимся маленько.
ловим. А, поймал, хрен там называется, поймал. Иди сюда, упырь. На-ка, выкуси, блин. Что ж не так-то все? Да ну, брось ты, завязывай. Щегол. Кто там, счастливчик, блин? Я сейчас грохну, а. Должен тебя подбить. Только не пуляй звездочками. Тихонько. Так, тихо, подожди. Сволочь, он все-таки меня победил. Как это не печально. 20 монеточек получил, но это вообще, конечно, очень мало. Бой у нас называется сложно. Точнее, уровень боя сложно. Но, по крайней мере, это не невозможно. Продолжаем, братва. Так. Должен урыть же его. Да какого... Тихо, тихо. Так, хорошо, я закрылся, и это мне помогло. О! Блин, стоит только раскрыться, и вот эти вот удары дубинками очень жестко по тебе бомбят. Очень жестко. Это тебе не мои полумесяцы корявые. Так, давай. Опа, мимо, сынок. На-ка. Вот так. Отлично, все прошло как надо. Блин. Нежданчик поймал, конечно. Ладно. Черт, два раунда кряду придется выиграть, а? На. Блин, мимо, мимо, ребятушки. Все мимо. Все мимо кассы у нас проходит. Что ты там? Вот бросочек, это хорошо. Давай. Далее, далее, далее. Блин, вот это было критично, ребята. Промах ногой мог бы мне сейчас стоить пол хпшки. Ну давай, что там прыгаешь, обезьяна? Собираешься пулять что-то, нет? Счастливчик, сейчас я тебе омрачу твою жизнь. Хорош своими подсечками тут уже баловать. Вот, вот об этом я и говорил, ребята. Когда попадаешь под этот шквал ударов, это все, это просто финиш. Наверное, я здесь проиграл. Да, он меня убивает. Именно броском. Синяки и ссадины. Я получаю анчивку. И 35 монет. Блин, может быть, я не знаю, что тут. Совершить любую... Да идите вы с херней с какой-то, блин. Ага, 1749 рублей, блин, за 2,5 кристаллов. Нет уж, спасибо большое. Бесплатный кристалл, выполняя задание. Я и так получу их. Так, давайте анчивочку. 14 кристаллов у нас уже. И, не знаю, может быть, что-то заточить себе, если у нас, конечно, есть такая возможность. Надо посмотреть, ребята, что у нас тут с полумесяцами. В принципе, можно. Так, и доспехи могу, да? Давайте, наверное, улучшим. Сейчас шлемочку глянем. Так, 300, да? Мне, по идее, хватит улучшить по разику все. И шлем, и броню. Я не знаю, месяцы стоит, нет? Так, тень, весть о твоих подвигах быстро разлетается по миру. Люди благодарны за твои дела и сопротивление. Твои подвиги вдохновили кузнеца, теперь его мастерство в твоем распоряжении. Он изучил темную энергию и может улучшить твои доспехи. Вот это что-то новенькое, ребята. Зачаровать. Так. Но помни, она нестабильна, поэтому эффект зачастую непредсказуем. Поглощение урона, восстановление магии при ударе, перегрев. Здесь ты можешь посмотреть, сколько теневой энергии тебе понадобится, чтобы зачаровать эту вещь. Так, 75. Выбери доспех, чтобы наложить чары. Ну, предположим, этот. И что? Когда ты зачаровываешь предмет, его старые чары улетучиваются. Помни об этом, когда захочешь придать ему новое свойство. Поздравляю, тень. Твой доспех отныне зачарован. Ты можешь вернуться в кузницу в любой момент, чтобы улучшить свою экипировку. Угу. Восстановление магии при ударе. Магии. Так у меня же вроде пока нету никакой магии. Странно. Ну ладно, что есть, то есть. Я что, против, что ли? Так, 45 секунд у меня осталось, пока у меня улучшится доспех. А на шлеме сколько? 34 секунды. Его можно зачаровать? Можно, но у меня не хватает энергии. Интересно, а где эту энергию вообще брать? Так, что у нас здесь? Сложно. Зайдите в логин, чтобы... Ну давай, зайдем, наверное. И больше, чтобы не показывал.
Все синхронизировал. У вас новое достижение. Синяки и ссадины. Ну, понятно это все. Ну что же, давайте глянем на вулкана. Попробуем его вздрючить. Так, улучшен шишак. И броня сейчас у меня улучшится. Так, давайте, наверное, что мы тут еще можем-то? Блин, где у меня деньги-то показаны? Не вижу. Давайте, наверное, полумесяц и сделаем еще на улучшение. Чтобы нам эффективнее было бить вулкана. И этот. По-моему, все, больше ни на что не хватает. Поехали, ребята. В бой. Была, как говорится, не была. Ох, сейчас буду от него люлей-то получать. Файт. Погнали, тихо, не прыгай. Тихонько. Главное, вот это шикарно сейчас было. Нормуль. Четенько. Иди сюда ко мне, родной. Вот так вот, отлично, великолепно. Ха-ха-ха. Даже не думаю. Вот этот вот удар поганый, противный, бесит меня. О, не-не-не-не-не. Ну все, ребята, он тут меня убил. Правильно. И звездочку, и магию применил. Все, добил. Ладно, будем ждать. И ждать нам придется, наверное, немало, да? Сколько там по времени? 51 секунда. А на общий бой мне даются, по-моему, 5 минут, если не ошибаюсь, ребята. Поэтому за это время нам надо его убить. Так, кто у меня тут? Сабер, Макаела и Дио. Ну, не знаю, по идее должны справиться, ребята. Так, 750 урона, да? Получаем 3000. Тут, я так понимаю, еще рейтинг растет. Выжить один раз в бою с боссом. Ну давай, 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 давай. Остались тут считанные секундочки, ребята. И я вновь вступаю в бой. Пока я на самом нижнем месте. Я всего нанес 85 урона. Это очень мало, как вы видите. Но все дело в том, что эти полумесяцы мне, честно говоря, не нравятся. Поехали. Продолжаем бой. Иди сюда. Опа. Так, шикарно. Я ему... Ой, подловила меня собака. Ну что же, осталось всего 10 этих у него. Замечательно, прошло сейчас. Блин. Так, тихо, метает. Отлично. Круто получилось у меня, ребята. Так, давайте. Сволочь, что творит, бросок сделал мне. На, еще лови. Шикарно. Блин, куда ж ты прыгаешь-то? Вот. Надо ему как минимум снять хотя бы до 6, до 7. Да, снял. А он мне нехило порубил. Я бы даже сказал, очень хорошо. На-ка тебе бросочек, парнишка. Блин, время кончилось, ребята. Обидно, 161 урон получил. Точнее, дал я ему. И это уже хорошо. На каком я месте? Наверное, на втором. Так, полумесяцы мои улучшились. Значит, удар будет уже посерьезней. Ну что же, 20 секунд подождать, это, в принципе, ерунда. Так, варварский доспех улучшился. Значит, я еще стану сильнее. Мне это нравится. Так что осталось только подождать 5 секундочек, и мы снова вступаем в бой. Как бы мне этого Диву переплюнуть, а? Чтобы Ревард был моим. Понеслась. Так, иди сюда. Тихо, не буянь. Блин, такое ощущение, что только мы с Дивой и деремся. И мы можем так не успеть, ребята. Иди сюда. Черт, пролетает, как-то не попадает он вообще этими полумесяцами, если честно сказать, ребята. Кританул, ё-моё. На тебе, сволочь, а. И не зажать-то его, блин, козла этого. Ага, есть. На. И он мне, да, в ответочку. Сколько я им там нанес урона-то? А, ну 81, в принципе, нормально. Так, Дио 442, я 327, я уже упал на третью позицию, ребята. И времени у нас осталось всего меньше минуты. 45 секунд, ребята. Я буквально только выйду в бой, и все закончится на этом. Не успеем мы его пройти, как бы это ни прискорбно звучало.
а хотелось бы. Ну ладно, не будем гадать, сейчас все сами увидим. Может быть, они за это время его дочикают, там всего-то осталось ему 470 хп. По идее, должны. Так, 8, 7. Немножечко осталось, ребята, ждать. Сейчас я вступлю и быстренько там все разворачу. В бой. Блин, 10 секунд, мало, очень мало. Это я только удар нанесу, и время кончится. О, нет, ребята. Не успеем. Но, тем не менее, буду драться. Чмо, что творит? Все. Время рейда истекло. И что мы получаем? По-моему, нифига. Поражение. Время рейда истекло. Да, ребята, абсолютно ничего не получаем. И никто. Жаль, но можно еще разочек попробовать. Почему бы и нет, да? Давайте так и сделаем, наверное. Одна, ребята, надежда у меня на то, что у нас будет нормальный собранный рейд. Так, понеслась, родная. Ну все, Вулкан, тебе не жить. Приступаем. Начинается у него вот эта вот хиромантия, егоная, пуляние диска. Да что такое-то? Во, шикарно я ему прописал сейчас. На-ка, еще разок. Вау, связочка прошла. Великолепно, ребята. Нет уж, захотел он там мне. Во, вот так вот. Лучше даже не придумаешь, ребята. Блин, кританул, конечно. Ну ладно, фиг с ним. Слушай, я сейчас, наверное... Хорошо, что он промазал. Ну и промазал я, естественно. Так, давай, иди сюда, блин. Ага, хотел сейчас вытворить что, а? Не тут-то было, сынок. Да ну нафиг. А, отлично, промазал он. Так, блокируемся, естественно. Блин. Непредсказуемый, конечно, этот вулкан. Просто непредсказуемый. Да, ну ладно, хотя бы по времени. Не замочило меня. 163 урона я нанес. И меня это радует вполне даже. Я на втором месте. Слушайте, а эти-то что? Кофеваты и Сонкарс. Они что, просто так стоят? А, нет. Все-таки уже они дерутся. 158. Так, Кофевейв вырвался в лидеры. 203 урона нанес. Что ж, довольно неплохо. Коко 172 урона. Я 163. И Сонкарс 158. Так, ладно, ребята, вступаем сейчас в бой и продолжаем его мутузить. Главное, ребятушки, не расслабляться и поменьше раскрываться. На-ка. Ух, великолепно. Вот так еще бросочек тебе. Блин, наверное, ребята, здесь у нас нет. Вот. Ёб твою медь, что делает, а? На нахрен, сволочь. Что вытворяет? Блин, вот этот самый поганый. У него два самых поганых удара, ребята. Это вот эта вертушка, и когда он телепортируется. А, второй и третий удар, когда он выпускает пламя. Кстати, тоже очень противное. Но, по крайней мере, сейчас я в лидерах. На первом месте. И у нас надо ждать 50 секунд. В бой, ребята, в бой. И никаких там ему компромиссов не будем давать. Ну, слишком все-таки дорого здесь эти заряды стоят. Хотя наносят обалденный урон. Но я буду его валить так. Чисто своей физухой. Прописал ему блина. И еще разок. Великолепно. На-ка тебе, тварина. Тихо, не буянь. Ё-моё, на еще разок. Слушайте, ребята, есть все шансы его завалить. У него осталось... На! Что творит, а? На еще разок. Все, осталось у него две полосочки хп. Главное сейчас как можно... Блин, ну еще бы снять ему одну. Ну, давай, бей. Вот так, отлично. Все, ребята, он наш. Я получил диском в харю. Но, тем не менее, я нанес 358 урона. Ну, это, конечно, включая магию. И тем не менее, я опять же на втором месте. Добивание. Блин, я не получу сундук. Жаль. Ну, давайте хотя бы его грохнем. Ага, грохнули. Сразу же схватил от него вертушку. Тихо. Тварина, что творит, а? Да, быстро он меня тут расколбасил, ребята. Очень быстро. Я боюсь, я здесь его не убью. Да. Ну, если я не ошибаюсь, мы будем здесь продолжать до тех пор, пока я его все-таки не убью, если я не ошибаюсь. Да, так оно и есть. Ну что же, хорошо, ребята, давайте еще разочек попробуем.
Иди сюда. Иди ко мне, вулкан. Что ты там пукаешь? Опа, мимо. Так, по ногам бьет, на-ка. Тихо. Хотел сейчас телепортнуться, как бы не так. Блин, промахиваюсь. Тихо. Отлично, второй раз мне уже везет. И я уворачиваюсь с того удара. Ага, вертушку сделал. Шикарно. Ребята, главное не расслабляться. И я его, наверное, сейчас убью. Блин, отлично. Ну что же, ребята, с победой нас. И что мы получаем? 849 очков и ключик. Это довольно неплохо. Неплохо победили. Ну что же, нам остается только выходить. Так, а тут у нас кто еще? Фунгус. Ядрить его на корень, а? Мегалит. Вортекс. Да, тут еще ребят-то будет, ё-моё, сколько. А я тут только с вулканом пукаюсь. Ладно, давайте, ребята, наверное, с вами перейдем наверх. Что у нас тут? А, турнир выполнено. Дуэль. Кстати, можно в дуэль сыграть. 600 золотых монет лишними нам не будут, ребята. Мне нужно одеваться. Я вообще хочу получить быстрее 8 уровень. И в конце концов избавиться от этих полумесяцев. Они мне не нравятся. Тихо, успокойся. Так, это у нас... Ага, турнир. Так, неплохо я ему наковылял. И думаю, что победа будет за мной. Нет, еще не добил. Но даже в сухую, ребятушки, просто на сухую я его отдубасил. Продолжаем. Так, подождите. А, это же у меня выживание, по ходу дела, да? Да. А я-то думал... Хотя какое нафиг выживание? У меня турнир. Иди сюда. Кастеты это хорошо, ребята. Это почти что в рукопашку, только у тебя в руке такие кости, которые довольно серьезный урон причиняют. Ну, прыгай. Чем делай? Опа. Блин, кастеты упали у меня. Ё-моё, ребята. Теперь вот я накаркал, блин, в рукопашку. Вот теперь придется в рукопашку и драться. На, на. Хотя есть, есть, ребята, шанс. Есть. Ну, еще удар, еще удар, подловить. Нормально, все, победа за мной. И 600 рублей. Ох ты, я еще и получаю фигню какую-то. Даже не 600, а 632 золотые получаю. Нормально. Так, дуэль у нас на 4 часа закрыта. Тут ничего нету, тут нету. Давайте сюда вернемся обратно. А здесь у нас только выживание доступно. Хм, ну давайте, наверное. Восхождение нет. Испытания, по-моему, тоже нет. Ну, а на отшельника, ребят, насколько я помню, я не могу напасть, потому что там слишком сильно и невозможно. Вот что можно сделать. Или на выживание. Давайте так сделаем. И кто у нас тут? Ага, опять счастливчик. Ну, давайте его накумарим. Думаю, никаких проблем. Блин, хочу такие дубинки себе. Тихо, успокойся, сынок. Ты смотри, что творит, а? Подлец мелкий. На-ка, мимо, блин. Точнее, не мимо, а он блокирует. А вот теперь, извините меня, прописал я ему плюшечку нормальную. Так, а так. Ой, еще разок. Тихо, 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 не буянь. Не буянь, родной счастливчик. Сейчас будет все как надо, на-ка. Ух ты. Нет уж, не тут-то было. О, тихо, тихо, тихо. Не раскрываемся, ребята. Так, ловим. Шикарно, блин. В миллиметре от носа пролетела у него моя полумесяца. Но, тем не менее, я его все-таки шибанул. Второй раунд. Так, это счастливчик, да? Это как бы у нас турнир. Тихо, хотел прыгануть. На. Сейчас я его подловлю, ребята, отлично. Нет уж. Блин, достоялся. Все-таки он сделал мне бросок, ладно, это все фигня. Я пока еще живчик. Дурацкий полумесяц, а. Куда подходишь ко мне? Он хочет бросок мне сделать, видимо. Но не тут-то было. Отлично, ребята. Мы прошли этого счастливчика. И кто у нас там следующий идет? Ух ты, 1400... 1004 монеты. Нормально. Нормально. 1290.
Так, это кто у нас? Задира. Кстати, тоже с полумесяцами, ребята, заметьте. Ну что ж, давайте посмотрим, кто кого. Так, тихонько. Промахнулся я. Не буянь нафиг. Ах ты, черт, промахнулся я. Ну и он тоже не так... Вау, 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 резанул по глотке мне все-таки, а. На. Черт, что-то как-то... Да ну, еще и бросок он не сделал. Так, ребят, тут я заведомо уже проиграл, сразу видно. Уж больно он рьяно начал. Все, добивает меня сейчас. Ну, хотя бы не на сухую. На-ка. И еще. Блин, прыгнул. Что такое? Ах, ты на подсечке меня подловил. Ну, ладно. Второй раунд. Есть, есть, ребята, еще шанс отыграться. Хрен тебе. Вот так получи. Так, что он там сейчас задумывает? Главное, чтобы, еще раз повторю, не метали свое оружие метательное. Это плачевно для меня. И только лишь потому, что у меня его нету. Блин, ну зачем вот я же... На. Выкусил. Задира. Слушайте, ребята, есть все шансы завалить его, если не буду дурковать. Блин, открылся все-таки. Уй, начинает опять свои броски делать. На, на еще раз. Нет, все мимо. Все это прошло мимо, ребята. Но сейчас нормально его подрезал. Ага. Так и будем. Тихонько. Ногами там разбушевался он. Так, ловим. Подловил, называется. Блин, бросок через бедро получил. Сукин ты сын. Что творит, а? Блин, кувыркается тут. Кувырочник хренов. Ага. Выкусил свое все-таки. На-ка тебе, добивочный. Фух, ребята. Ну что, пока у нас с ним ничья. И раунд 3 все нам разъяснит и пояснит, кто все-таки здесь сильнее. Так, хорош прыгать здесь. Попрыгунчик, на. Зажал, зажал я его все-таки, нет, вы... Как это предсказуемо, а? Что будет бросок, обязательно бросок. Когда вплотную подходишь, он обязательно тебя бросит. Так, тихо, тихо, ловим, ловим, ребята, ловим. Ага, локтем хотел меня, да? Не тут-то было. Опа. Блин, промазал. На-ка, прям в бубен получил. Отлично, ребята. Так, ну что, пол хп ему снес. Не расслабляемся. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Успокойся, задира, на, ой. Это не я, это он по мне бил. Чуть-чуть запутался, ребятушки. Все, сопляжуй. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока, удачи и до скорых новых встреч.